За окном холодно, за окном зима, сыро, мокро. Чего хотят девочки в этот период? Тепла, уюта, комфорта. Чтобы когда гуляешь по улице, все это ощущалось. Самое главное, чтобы стиль, мода и комфорт не всегда присутствовали в изделии, которые мы сейчас одели. Как приятно укутаться в теплую, мягкую шубку и почувствовать себя защищенным. А если это супер модно, согласитесь, приятно вдвойне. Нам нет двоечка. В этом сезоне очень модна многослойность. Под низом, как видите, жилеточка. Она на попу устегана. А сверху такая курточка. И также вставка меха. Много белого не бывает в этом сезоне. В этом сезоне оверсайз остается в том же духе. Гигантские плечи на 3 размера больше, чем на самом деле. Но зато с ним можно экспериментировать. Можно одевать как широкие объемные штанишки, как на мне, так и узкие лосины, либо слимы, такие с грудными ботинками. Все что угодно, тем более, что в данной модели здесь вот украшены ткани, то, что мы сегодня точно ищем, это очень актуально. И есть еще вставки кожи, натуральная кожа. Такой жакет можно одевать и с поясом, чтобы подчеркнуть еще талию. И это уже будут варианты на разные темы. Экспериментируйте. Как же в этом сезоне без такого же розового? Каждый модниц должен быть вот такой припыленный, нежный розовый цвет. Здесь представлен жакет оверсайз и пальтишко. Плечи обязательно. Точно так же его можно с поясом или без пояса, уже как кто захочет. Вот. И, пожалуйста, лосины, брючки, вообще с колготочками. Вот дошли к новогодним нарядам. И у меня есть большая линейка, можно даже капсулу назвать, нарядов для новогодней ночи. Есть такое многофункциональное платье, можно сказать, платье, жакет. Его можно носить как с поясочком, так и без поясочка. Одевать под носильник, только с колготками. Но что здорово, что присутствует блеск. Я вообще не представляю Новый год без блеска. Это праздник, это должно быть торжественное, это должно быть вау, блестеть, сиять, звенеть и всем говорить о том, что вот Новый год. В этом году мы многие будем отмечать Новый год дома, поэтому я предлагаю одеться комфортно, в тренде, ну и, конечно же, оставить хоть какую-то часть праздника на костюме. В данном луке вставлена юбка с пайеток, она необычна, она, видите, заложена в сборке и как бы сделана на запал. Дает ей не буквальность и не серость. И кофточка, которая коротенькая, подчеркивает талию. Она абсолютно простая, но тем не менее присутствует в ворс. И вместе с такой юбочкой создается впечатление, что вы собрались на шикарный праздник. Но тем не менее уютно, комфортно и нарядно. Для меня Новый год – самый магический праздник. Самый душевный, самый желанный. Самый любимый. Мне искренне хочется пожелать всем сказки. Сказки наяву. Цените каждую минуту. Пусть ощущение того, что жизнь прекрасна, не покидает вас ни на миг. Милые мои, с Новым годом вас и Рождеством! Ваша Аня Гастелло.